забираемся на гору и спускаемся с нее. Знаете, вот я дал мысль, которая очень интересна, что Иешуа является нашим камнем спасения. Очень важно за него забраться, и так хочется всегда забраться на тот камень, который удержит. Посмотрите все с высоты. В Иешуа Мессии перспектива открывать совсем другой на жизнь. И я хочу обратиться к многим людям и сказать, взбирайтесь на гору Господня, откуда открывается перспектива другого мира, где ты видишь все выше, где можно увидеть дальше. И когда приходит враг, можно его заметить. Тяжелее спуститься. И дай Бог, чтобы нам никогда не спускаться на уровень халдеев, мирского образа жизни. Потому что спускаться надо сложнее, и можно сорваться. Не нужно спускаться, надо подниматься наверх. И я верю, что нам есть задача подниматься только-только наверх. Как многие люди здесь поднимаются на горы, нам, знаете, показалась картина, которая хочется подняться наверх. И я сейчас с Татьяной и со Стасом, который является раввином мессианской общины здесь, в Лас-Вегасе, поднимемся на гору. Писание говорит о том, что Господь пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Уводит меня на тихим водам и зеленым пазухам ведет меня. Если я пойду долиной смертной тени, не убоюсь зла. Вот пустыня такая. Если попробовать пройти этот путь, очень важно, друзья. Я хочу сказать, что удивительно, что здесь природа похожа на пустыню. Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. И если я пойду долиной смертной тени, не убоюсь зла, ибо ты со мной, Господь. Твой жезл и твой посох, они оберегают меня. Как похоже это место может быть на пустыню, через которую выходил Израиль из обетованной земли. Удивительно, здесь такие же странные колючки, такие же проблемы. И вот, пробуем пройти сквозь лабиринты колючек и пытаемся пройти через время, которое называется пустыня. Пустыня – место сложное, друзья. И это, знаете, что это серьезное место. Испытания везде много, и не знаешь, какие приключения тебя ожидают в этом месте. Хотя мы далеко находимся от Египта, а мы нашли камень, который похож на сфинкса, если вы заметите. Может, это и похоже на выход из Египта, пустынное место.